Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Снимаю сегодня свой аквариум. Просто решила протестировать режим на новом телефоне. В принципе, все по-старому. Новостей особых нет. Рыбки чувствуют себя нормально. Ой, извините, забыла убрать прищепку. Кормила рыб в этот раз не огурцом, а кусочком тыквы. Тыкву кладу в морозилку. И потом уже, когда она размораживается, она становится довольно-таки мягкой. И рыбки неплохо ее едят. Ну, не все, конечно, едят. Едят только сомики мои. Птеригоплект, анциструс, гиринохейлус. Немножко барбуса вишневые поклевать могут. А так не все рыбы растительноядные. Да, про боцию забыла сказать. Боцию тоже любят всякие растительные добавки. А гиринохилус думает, там что-то осталось. Там уже ничего не осталось. Все съели. Неончики подросли хорошо за это время. А молодые тернеции, мне кажется, какие-то маленькие. Они смотрятся маленькими по сравнению с моими тремя старыми, которым уже где-то 4,5 года. А эти маленькие какие-то и не растут, мне кажется. Что-то очень активно пошла в рост криптокарина. Растения, которые в последнее время у меня как-то сидели и особо не росли. А сейчас они полностью скоро займут все дно аквариума. Лимонник мой, гигрофила. Его едят, а он растет. Такой коротенький обзор. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.